Ненавижу, когда так врут. Ненавижу просто. Ну, иногда можно там что-то приукрасить для того, чтобы смягчить ситуацию или помочь человеку сказать, да ты самый лучший, потому что у тебя лучше всего. Ну, это, как говорится, да, это рюшечки такие. Вот. Ну, на самом деле, знаете, мир разнообразен, поэтому я не могу сказать, что вот это меня ненавижу, это. Нет, я не брюзга, на самом деле. Но, во всяком случае, я ценю чистоту отношений, правду, ответственность, комфорт во взаимоотношениях, талантливость, расширение возможностей, авантюры, что обязательно там были, которые дают подняться, вот как в ракету, да? Вот. И, конечно, ну, красоту. Я люблю красоту, я люблю все, что меня радует, что я могу сама это придумать для себя. И какие-то неожиданные повороты, которые... Я всегда говорю, что я всегда иду наверх, потом дохожу до точки, которая для меня кажется, что здесь я уже все сделала. Я резко поворачиваю в другую сторону, иду опять от нуля. То есть вот это вот движение, динамика, движение вперед, для меня она органична.